Привет, это я, Лукас. Поставь лайк за 3 секунды, чтобы я не зашел на твою карту в Майнкрафте. Ставь лайк, если ты про, а с тобой Найсик, бро. Майнкрафт 1.12.2, естественно. Какая же еще может быть версия? Всегда на ней играю. Куча карт у меня тут, но это мне вообще не нужно. Мне нужно создать новый мир, который будет называться Лукас. Даже вот просто напишу Лукас и... восклицательные знаки, типа Лукас, звать его типа буду. Так, смотри, здесь мы пишем просто Лукас Сид, то есть надо с большой буквы вот так вот написать ключ для генератора мира Лукас. Все, готово, в принципе. Кто же такой все-таки этот Лукас? Давай-ка я тебе расскажу, когда все-таки создам мир, чтобы особо не тянуть. Читы нельзя врубать, бонусный сундук, да нафиг он нам не нужен, и так без него нормально будет. Короче, ладно, создаем тогда, почему бы и нет, просто бабах! Вот я и появился. Подожди. А, все. Я подумал, я вообще в воздухе появился, типа. А оказывается, у меня просто какая-то долгая прогрузка была. Ну, то есть, 3-2 секунды, это вообще офигеть. Я думал, сразу должно быть под ногами все. Ну, в общем-то, как видишь, очень туманно здесь. Но это в настройках, естественно, можно менять. И также прорисовка... Всего лишь 4 чанка вроде стоит. Я не знаю вообще, что делать мне. Лукас, в принципе, кто это такой? Давай-ка я тебе все-таки расскажу, пока буду самыми простыми вещами Майнкрафта заниматься. То есть добыча дерева и т.д. т.п. В общем-то, Лукас это такой задрот. Это... Был вообще человек на самом-то деле, но он очень любил Майнкрафт и так много задротил, что он вообще безвылазно сидел там. То есть это хуже, чем какой-нибудь дотер, который часик поиграет, потом следующую катку, ну, можно отойти там, отвлечься и потом вернуться и начать следующую катку. А он прям вообще Майнкрафт фигарил без остановки, он паузу не нажимал, ничего, блин, хотя тоже, блин, можно. То есть остановиться и пойти чуть поесть, там, не знаю, короче, вообще чокнутый тип. И, в общем-то, хотя не, наверное, все-таки он отходил, но ему было вообще на все пофиг, что вокруг него происходило. Вот как мамочки, знаешь, ругают, типа, да тебе вообще пофиг, типа, что происходит вокруг. Ты даже когда пожар будет, будешь сидеть за компом. Так вот, такая же история произошла, только уже реально во время пожара. Вот мамки говорят в шутку, а ведь правда, вот один чувак так играл в Майнкрафт с ником Лукас, и он погиб от пожара. Мамка там у него неуклюжая была, подожгла шторы, типа того, и он сгорел. Ну, то есть, его даже пепла не нашли дома, ничего от него не осталось, и это офигеть как странно. Почему хотя бы кости какие-нибудь там, не знаю, короче, черные кости такие не остались, я что-то не понимаю, угольки. Вот, это, конечно, очень странно. Кстати, я уже добыл 20 дерева, пока говорил, и это огромное количество. Блин, приятненький бонусик я себе намутил, пока базарил. Просто офигеть. Ну, теперь-то у нас вообще все есть. Мы можем кирку делать и все остальное. Почему бы и нет? Не знаю, стоит ли еще добыть камня? Мне кажется, почему бы и нет, чтобы был топор, как я обычно это делаю, и каменная кирка. Блин, кстати, странно. А зачем мне вообще здесь пригодится? Так, ладно, 7 штук уже добыл. 8, 9. Интересно, а хавчик понадобится? Что-то у меня голод не пропадает. Это как-то странно. Заметил? Вообще что-то нормально так хожу, добываю. Может, потому что я хпшки не тратил? А я их тратил вообще? Вроде нет. А, ну да, конечно, откуда мне спрыгивать? Здесь ничего нет. Кстати... Чё? Это Лукас? Он смотрит на меня? У него даже ник подписан был Лукас. Он уже признаки подал своего присутствия. Так быстро. Я удивлен. А че это вообще за дом такой? Его можно как-то... Ладно, сейчас я к нему вернусь еще, пожалуй. Сейчас только надо добыть... что мне надо сделать? Скрафчу себе кирку тогда, пожалуй. Быстрее, быстрее надо идти к тому домику. Так, еще, пожалуй, топор. Да, как я и делаю. Меч... Ну, в принципе, ладно, в этот раз я меч себе позволю, почему бы и нет. Не-не-не, подожди, я еще забыл кое-что скрафтить. Я еще хотел, короче, печку. Блин, а у меня на печку не хватит. Все-таки, если я продамажусь, то хавчик мне понадобится, а у меня его как бы нет. Так что, блин, придется еще перекапывать. Ну, я что-то вообще тупанул. Это, конечно, печально. Ну, ничего страшного в любом случае. В принципе, ночь еще не скоро. Не скоро, тогда все замечательно. Вот так вот, вот.
Так. И лопата будет готова. И также печка. Вот, у меня сразу весь набор инструментов офигенный будет. Так, лопатка готова. Что еще мне нужно? Печка, да, которую я хотел очень сильно скрафтить. Кстати, очень странно выглядит бездонный океан. О, черт, уже скоро ночь. Че, серьезно? Почему так быстро? Я еще не успел ничего сделать. Еще я... Короче, вообще у меня какие-то проблемы, блин. Ладно, пойдем-ка мы... Куда дом дели? Я хотел в него войти. Ну, замечательно вообще. Чертов Лукас. Че за троллинги? Кстати, 3 лодки осталось. Ну, спасибо, хоть что-то. И на этом спасибо. Пойду-ка я тогда поплыву куда-нибудь далеко-далеко. Что нас вообще встретит, интересно. Кстати, ночь, это, конечно, супер нехорошо. У меня даже угля нет, чтобы освечивать себе, что происходит вокруг, блин. Ну, что ж такое? Чертов Сид, я ненавижу эти уже Сиды. Все крипипасты, это полные ужасы. О, кстати... Наконец-то что-то, какие-то очертания появились, и это очередной остров. Чё-то мне не хочется на маленький остров, это же маленький остров. Походу, да. Не, спасибо, мне такое не надо. Может, вы мне побольше дадите? Или это все-таки большой остров? Не, нифига. Ну ладно, плывем вперед. Чё нас ждет? Ничего интересного не вижу, к сожалению. А, о, джунгли! Джунгли! Нифига себе. Нифига себе. А это же... О, кстати, как я идеально с лодки слез, заметил? Оно прям сразу меня выпинуло на остров, а не куда-то в воду. Это круто. Но, блин, что? Подожди, так на Сиде Лукаса не горит огонь. Он здесь не распространяется. Фуф, конечно, этот смайлик довольно-таки пугающий. Я вижу ник Лукаса. Походу, он там. Черт, я его даже издалека вижу. Лукас! Пропал. Ну и фиг с тобой, короче. Вот это вот меня пугает. Его же смайлик. Кстати, вот здесь вроде можно с ним общаться. Если вот сюда табличку поставить. Я не знаю, стоит ли пробовать, но перед тем я хочу сходить вот в это здание вообще. Что оно вообще мне покажет? Че это? О, крипер, здорово. А ты что здесь делаешь? Взорви этот дом. Молодец. Черт. Офигеть. Это как будто обычный это обычная заспавленная постройка. Ну, то есть, как будто генерация мира. Потому что, как видишь, листва... А, нет, смотри. А вот здесь листва пробила голову. Странно. Я думал, здесь наоборот постройка правит. А может, там специально голова не поставлена? Но я не знаю, для чего нет. Это какая-то фигня полная, заметь. Вообще, да ну его нафиг, головы Лукаса. Но добывать я их точно не буду, они мне нафиг не нужны. Так что уходим отсюда просто. И, кстати, возвращаемся к Лукасу. Или все-таки не возвращаемся, а? Как думаешь вообще, что мне делать? Ну, здесь никаких изменений тоже нет, как видишь. У меня уже немножко ручки трясутся. Чё-то Лукас какой-то немножечко жутковатый. Притом он еще ни разу меня не испугал особо. Просто, знаешь, страшно. Ну, а здесь тоже нифигашеньки нету. Иди отсюда, крипер! Пошел отсюда! Кстати, можно попробовать вот здесь вот на табличке что-нибудь написать. Так, значит, ой, точнее, не на табличке, а около... Ну, короче, я тебе сейчас покажу. А то у меня что-то это... Мозг не работает. О, вот сюда напишу. Hello, Лукас. Написал. Кстати, на обратной стороне вроде он еще отвечать может. I'm already here. Он всегда здесь, типа... Блин, все, я с ним больше общаться не хочу. Так резко ответил мне. А может, он до этого поставил? Просто не звучит как приветствие. Или все-таки... Это я случайно поранился? А, да. Я уже испугался, потому что мне просто конец. Ладно, короче, не обращаем внимания на всю эту фигню. И просто идем вперед. Вот туда вот. Возможно, там что-то встретим. Кстати, здесь джунгли такие вообще неожиданные. То есть я не думаю, что на этом Сиде будут джунгли. Ну, в шахту вот туда спускаться будем, не? О, кстати, можно туда быстренько сходить. Особо я не буду так это рисковать и спускаться еще глубже. Просто добыть факел. Вот все.
Зомбак сразу же начал офигеть. Так, выбираемся отсюда, ну его нафиг, короче. И... бам! Оп. Факелы у меня наконец-то заимелись. И это, конечно, очень хорошо. Кстати. Только я посмотрел на небо. И сразу же начался дождь. Совпадение? Не думаю. Странно это все. Почему это так вдруг? Ну его нафиг. Как же это странно. Лукас, не вздумай меня больше пугать. Я тебя не боюсь. Ладно, боюсь. Но ему этого говорить не стоит. Так, ладно, добудем немножечко хотя бы арбузиков. Ну, арбузиантинки, кстати, я всегда не прочь поесть. Вот арбуз, это вообще кайф. А прикинь, в КС-ке чуть не сказал. Прикинь, если бы в Майнкрафте тоже были косточки. Ну, то есть, вот арбуз жрешь, и вот у тебя косточки, и ты останавливаешь питание. Блин, это вот так бесило, наверное. И еще вот сделали бы челлендж, что... Ой, не челлендж, а... Да ты офигел, житель? Ты откуда вообще пришел такой? Короче, сделали бы так, чтобы еще надо было вынимать костяшки. Это прям симулятор издевательства. Черт, еще и скелет. Ну, блин, что они такие резвые? Пошел отсюда. Пошел. Брысь. Все, я справился. Быстрее, уходим. Надо где-то дом искать. Надо искать где-то дом. Срочно. Да, давай быстрее. Куда мне идти? Данж встретил. Данж, который обычно спавнится как раз в этих местах. Круто. Ну что, тогда войдем? Тук-тук. Кто-нибудь есть? А вот это вот... Мне всегда кажется, как будто там вдалеке стоит какой-нибудь Лукас. Но я его не вижу. Слушай. Как здесь красиво. Ну, это обычный данж. Ну, ой, биом. И знаешь, я... Ё-моё, я снова путаю данж и биом. Я чё, вообще баран, блин? Я просто помню, очень давно я... Ой, нет, совсем недавно даже я вот путался. Это было вроде в 10 днях выживания с Бенди. Я тоже как дурак постоянно говорил. Биом, данж, данж, биом. Короче, вообще офигевал себя же. Что за фигня у меня вообще? Что это за привычка такая идиотская вырабатывается? Мне такого не надо! Ладно, плевать на нее. Надеюсь, что оно пофиксится как-то само. И, короче, меня пугает вот эта кровь. Она обычно в этом биоме, в этом данже, не должна спавниться. Вот эти вот штуки, они вроде вообще ни на что не влияют. Просто ты, типа, можешь вот так вот копать. И здесь ты встретишь фигню. А, кстати. А, да, иллюзия создается, как будто ты что-то меняешь. Но на самом деле ничего не изменилось. Это настолько бесполезный механизм этого данжа, что вообще офигеть можно. Я вообще не понимаю, кстати. До сих пор не знаю, для чего это сделано. Наверное, просто чтобы испугать игрока. Ну, в общем-то, ладно. Здесь вот мы уничтожим вот эту вот штуку, чтобы в нас вдруг не выстрелил раздатчик, в котором нету даже патронов. Кстати, здесь, возможно, тоже. А, здесь есть. Если я подошел бы... А! Чуть в бошку не попало. Пронесло, повезло, повезло. А это что тут такое? А это уже не шутки. Я не хочу туда. Ладно, так же быть. Прыгнул, так прыгнул. Что здесь такое? Факелы. Что за туннель? Стоит ли идти? Как думаешь, что нас ждет впереди? Что-то страшное? Я впереди, а ты вперди! Я вспомнил такой тречок. Так, ладно. Короче, идем потихонечку. Кушаем арбузик. И никого мы не боимся. Так, у меня остался последний арбуз. В принципе, защищаться, если что, я буду... Да ладно, ничем я не смогу защищаться. Лукас? Что ты там делаешь? Эй! Лукас! Давай я выключу свет и попытаюсь к тебе подойти. Пожалуйста, не убивай меня! А чё я в обыч? Почему я в меню? Где мой мир? Где мой мир с Лукасом? Он удалился. У меня здесь только карт, но... Лукас должен быть на самом первом. Я же только что на нем пребывал.
А можно мне дальше поиграть? Че, меня просто заскремили или все? Давай пока. Я готов был еще терпеть его унижение, вот эти все пугалки. Ну, понятно, Лукас просто слился, короче. Забоялся он Найсика, ладно. Тогда все, надеюсь, тебе понравился этот видосик. Это поставишь мне лайкусик. Ставь лайк, да, если реально тебе понравился вот этот Лукас, вот этот страшный ли он вообще, вот пиши в комментарии, кстати, боишься ли ты его. Подписывайся на мой канал, чтобы быть няшечкой. Ну и как всегда, конечно же, не теряй!